Здравствуйте, на телеканале Интекс программа «Постфактум». Начнем мы сегодня с пожаров. 25 человек эвакуировали из-за пожара из общежития в Барановичах. 2 июля в 11:49 в Барановский ГРУЧС поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном общежитии на улице Пролетарской. По прибытии к месту вызова сотрудники ГРУЧС установили, что из окна 5-го этажа идет дым. Внутри здания на лестничных клетках задымление. Здание общежития коридорного типа оборудовано системой передачи извещений в чрезвычайных ситуациях «Молния». Пожар обнаружен жильцами общежития. Семьи, проживающей в комнате, где возник пожар, в этот момент дома не было. Звеньями газодымозащитной службы из помещений с 1 по 5 этаж эвакуировано 25 человек, из них 5 детей. В результате пожара огнем повреждена кровать, имущество, закопчены стены и потолок в жилой комнате. Причина пожара устанавливается. Работники Барановичского горотдела по чрезвычайным ситуациям регулярно ведут работу по предупреждению пожаров. В этом убедилась наша съемочная группа во время рейда с сотрудниками отдела, которые обследовали домовладения семей, воспитывающих малолетних детей и одиноко проживающих пожилых граждан, инвалидов и тех, кого можно отнести к группе риска. В ходе акции проверялась работоспособность автономных пожарных извещателей, состояние электропроводки и печного отопления. На этот раз рейд проходил в деревне Тишевле Барановичского района. Смотровая комиссия заходила в дома, в которых живут семьи с детьми, а также одинокие пожилые граждане. По информации горотдела по чрезвычайным ситуациям, основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций в жилом секторе по-прежнему остаются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации печного отопления и электрооборудования, газовых приборов, детская шалость с огнем. Пожар в квартире или в доме в большинстве случаев – результат беспечности и пренебрежения элементарными правилами безопасности. К сожалению, обстановка с пожарами в городе Баранович и Барановичском районе продолжает оставаться очень и очень напряженной. Так, по состоянию на 30 июня текущего года в городе и районе произошел 51 пожар, на которых погибло 10 человек. За аналогичный период прошлого года фиксировалось 49 пожаров и 8 погибших. К сожалению, рост пожаров происходит по причине, прежде всего, неосторожного обращения с огнем жителей города и района. Учитывая тот факт, что многие беспечно относятся к себе, к своему имуществу, к жизни своих близких. В этой связи, конечно же, по инициативе Министерства по чрезвычайным ситуациям Барановичским ГРУЧС организована и проводится работа, направленная прежде всего на профилактику пожаров в жилом фонде. Ведь не секрет, что, наверное, все-таки профилактическая работа дает более ощутимый результат, нежели надзорная деятельность. То, что детская шалость с огнем может закончиться пожаром, семья Труханович знает на собственном опыте. 10 лет назад у них пожар произошел именно по этой причине. Поэтому сегодня родители уделяют много времени, чтобы ситуация не повторилась. Ведь в семье растут 7 детей, и каждый знает, что такое хорошо, что такое плохо. Так как у нас 10 лет тому назад случился пожар, сама все это через все это прошла. Но теперь я очень к безопасности очень тщательно отношусь. Все дети мои знают, как вызывать пожарную. И номер пожарный, я сама знаю номер пожарный. Часто инструктирую детей, за ними слежу, чтобы нигде не баловались с огнем. Я считаю, что это необходимо, так как это помогает обезопасить себя и мою семью. На обустройство дома люди тратят слишком много сил, времени и денег. И как нелегко осознать, что все это может исчезнуть в одночасье из-за банальной халатности. А ведь каждый человек должен четко понимать, что безопасность в доме или квартире зависит прежде всего от него самого. Гораздо проще изначально соблюдать элементарное правило, чем потом сожалеть о случившемся. Мне хотелось бы сказать огромное спасибо сотрудникам МЧС, которые регулярно посещают одиноких престарелых, одиноко проживающих, многодетных семей, которые уделяют большое внимание ради спасения людей, которые, несмотря на свое свободное время, уделяют и личное время посещения, где объясняют людям, что правильная эксплуатация печного отопления и электропроводки – это их же их собственная безопасность, спасение их своих жизней, жизни детей. Поэтому вот то, что проводится мероприятие с сотрудниками МЧС, совместно с исполкомами сельских советов, это огромный вклад ради спасения человеческой жизни.
За 5 месяцев 2017 года сотрудниками Барановичского горотдела по чрезвычайным ситуациям проверено порядка 12 тысяч домовладений, в том числе 7,5 социально уязвимой части населения. Проведено 710 занятий в судовых коллективах и на сельских сходах. Профилактической работой охвачено порядка 37 тысяч жителей региона. К человеку мы приходим, рассказываем, оставляем листовку, все-таки стараемся достучаться и объяснить, чтобы человек понял о том, что соблюдать правила и жить безопасно – это не просто, наверное, требование правил, это веление времени, это сегодня, наверное, как в молодежной среде говорится, модно и перспективно. Ведь не секрет того, что, не соблюдая правила пожарной безопасности, мы прежде всего наносим ущерб себе, оставляя без крова, без средств существования своих близких. А этого, к сожалению, допускать нельзя. Тем более, что угрозе подвергаются прежде всего дети. Дети, как правило, конечно же, в том числе и малолетнего возраста. Учитывая это направление и тот курс, взятый руководством Министерства по чрезвычайным ситуациям, основанный на принципе вооружить людей знаниями, выявить недостатки и помочь в их устранении, в Барановичском ГРУЧС организована работа всех сотрудников, направленная на профилактику. Это и проведение ежедневных рейдов, и проведение рейдов в вечернее время, и проведение рейдов выходного дня. Работники МЧС, проводя проверки, хотят, чтобы люди задумались, стоит ли платить высокую цену за собственную беспечность. Необходимо постоянно следить за тем, чтобы исправны были электропроводка, печное и газовое оборудование. Элементарные меры предосторожности позволят избежать беды. Статистика неумолимо говорит о том, что иногда, зачастую, прослушав занятия, побывав на сельском сходе, выслушав наше выступление в трудовом коллективе, люди, выходя из аудитории, быстро забывают о том, что им говорилось, и поступают так, как они привыкли делать в повседневной жизни, так, как им когда-то их обучили, привили. То есть почему-то надеются всегда на случай, надеются на то, что с ними ничего не случится, но, к сожалению, статистика показывает обратное. И сегодня мы являемся заводаторами, можно сказать, такими дирижерами в этой пожарно-профилактической работе для того, чтобы совместно с другими субъектами профилактики все-таки попытаться попасть в каждый дом, в каждый двор, в каждую квартиру. Я думаю, что только совместными усилиями, объединив усилия заинтересованных структур, мы сможем изменить не только обстановку с пожарами, но и нашу жизнь, безопасность жизнедеятельности в лучшую сторону. 30 июня в 5:43 в Барановичский ГРУЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу Барановичский район, деревня Домашевичи. Открытого горения не было. Наблюдалось плотное задымление внутри помещения. Хозяйка дома, пенсионерка 1958 года рождения, находилась на улице. Женщина проживала совместно с пенсионером 1949 года рождения. Со слов соседей, оба характеризуются положительно, на профилактическом учете не состоят. В 6:01 звеном газодымозащитной службы на полу в жилом комнате обнаружен и вынесен на свежий воздух сожитель хозяйки дома. После проведения реанимационных мероприятий прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть гражданина. В результате пожара огнем повреждена кровать, постельные принадлежности, внутренняя отделка и имущество, закопчены стены и потолок в доме. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии причины возникновения пожара – суицид и неосторожность погибшего при курении. 3 июля в 18:36 в городе Барановичи на улице Защитной обрушился грунт при проведении земляных работ по прокладке водопроводной трубы. Под грунтом оказался гражданин 1971 года рождения. Работники МЧС при помощи специального инструмента извлекли пострадавшего из траншеи. С предварительным диагнозом синдром сдавливания мужчину госпитализировали в больницу. В Барановичах задержали автовора. 3 июня с заявлением о краже обратилась жительница одного из домов улицы Жукова. Женщина рассказала, что некто разбил стекло на принадлежащем ей автомобиле Citroen C3, стоявшем на неохраняемой стоянке во дворе жилого дома. Злоумышленник похитил из машины автомагнитолу и карту памяти. Было установлено, что кражу совершил неработающий житель города, который в настоящее время задержан.
Сотрудники милиции напоминают, единственный способ обезопасить свой автомобиль – оставлять его на охраняемой стоянке или в гараже, оборудованной сигнализацией. С 26 по 30 июня 2017 года на территории Брестской области была организована и проведена республиканская профилактическая акция «Безопасный переход». За период проведения акции к административной ответственности привлечено 1690 водителей и 239 пешеходов. С 26 по 30 июня на территории Брестской области проведена республиканская профилактическая акция «Безопасный переход». За 6 месяцев 2017 года на территории Брещины зарегистрировано 62 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов, в результате которых 10 человек погибли, 54 получили ранения различной степени тяжести. Со стороны водителей основной вид нарушений – непредоставление преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах. По вине пешеходов зарегистрировано 26 ДТП, в результате которых 5 человек погибли, 22 получили ранения различной степени тяжести. Основными нарушениями со стороны пешеходов являются нахождение на проезжей части автодорог в темное время суток без световозвращающих элементов, состояние опьянения, а также переход проезжей части в неустановленном месте. За период проведения акции к административной ответственности привлечено 1690 водителей, из которых 84 за непредоставление преимущества пешеходам на пешеходных переходах. За нарушение правил дорожного движения привлечено 239 пешеходов, задержано 97 пешеходов, находившихся на проезжей части автодорог в состоянии опьянения. В отношении несовершеннолетних участников дорожного движения составлено 5 административных материалов, которые для рассмотрения в установленном законодательством порядке и должного реагирования в отношении родителей направлены в территориальные комиссии по делам несовершеннолетних. Сотрудники госавтоинспекции в летний период проводят профилактические беседы с ребятами о соблюдении правил дорожного движения. Также проводим профбеседы с родителями, которые подводят своих ребят, детей к школьным учреждениям по безопасной перевозке своих детей, а также использованию световозвращающих элементов в темное время суток. Также госавтоинспекция проводит декады акции, направленные на соблюдение ПДД с особым вниманием по изъятию пешеходов с проезжей части. Также не забывайте, что чужих детей на дороге не бывает. С начала года на территории Барановичского района зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 2 с участием пешеходов. В результате аварии пешеходы получили ранения различной степени тяжести. Пешеходы и водители, все мы являемся участниками дорожного движения, и каждый из нас должен знать и соблюдать правила дорожного движения. Очередная авария произошла в нашем городе вечером 29 июня на улице Баранова возле стадиона «Локомотив». Столкнулись два автомобиля «Опель» и «БМВ». Транспортные средства двигались со стороны Полесского путепровода в сторону перекрестка Баранова-Войкова. В результате аварии автомобиль «БМВ» выехал на цветочный газон. К счастью, серьезной аварии получили только транспортные средства. По факту ДТП проводится проверка. ГАИ города Барановичи призывает автолюбителей быть более внимательными за рулем, не отвлекаться от ситуации, происходящей на дороге, и соблюдать правила дорожного движения, особенно в части безопасной дистанции движения автомобиля. Два человека погибли при столкновении грузового состава и легкового автомобиля в Слониве. ДТП произошло на железнодорожном переезде. Столкнулись грузовой состав из 66 вагонов, следовавший из Барановичей в Волковыск и автомобиль «Волга». В результате аварии погиб водитель легкового авто и пассажирка, оба 1954 года рождения. Работники МЧС из пострадавшего автомобиля деблокировали пассажирку 48 года рождения. Женщина госпитализирована. Обстоятельства происшествия уточняются. Известно, что переезд оборудован светозвуковой сигнализацией, но шлагбаума не имеет. В Барановичах эвакуировали 10 человек из-за найденного снаряда времен Великой Отечественной войны. Событие произошло около 18 часов 28 июня на улице Куйбышева. Во дворе своего дома мужчина 75-го года рождения при проведении земляных работ откопал ржавый боеприпас. Об этом он сообщил в милицию. Тут же была произведена эвакуация 10 жителей близлежащих домов. На место была вызвана саперно-пиротехническая группа войсковой части 7404. Осмотрев находку, специалисты пришли к выводу, что это артиллерийский снаряд 76 мм времен Великой Отечественной войны. Боеприпас уничтожен.
29 июня около 12:45 ручную гранату времен Первой мировой войны обнаружила во дворе жилого дома 45-летняя жительница города Барановичи. Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб эвакуировали из дома трех его жильцов, а затем саперно-пиротехническая группа осмотрела место опасной находки. В земле, кроме гранаты, саперы обнаружили также 6 взрывателей к артиллерийским снарядам. Граната и взрыватели были вывезены на полигон и уничтожены. За опубликованное фото со свастикой жителю Барановичского района грозит штраф. Изображение обнаружено во время мониторинга сети интернет. Подобный протокол составлен в Барановичском районе впервые. На мужчину составили протокол по статье 17.10 Кодекса об административных правонарушениях. Пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление или распространение нацистской символики или атрибутики. На данный момент ведется административный процесс, по окончании которого будет принято административное решение. Жителю Барановичского района, разместившего фото со свастикой, грозит штраф в размере до 10 базовых величин или административный арест. По закону под нацистской символикой или атрибутикой понимаются флаг, гимн, эмблема, вымпел, галстук, нагрудный или опознавательный знак Национал-социалистической рабочей партии Германии или их копии. 29 июня грозовой фронт с порывами ветра до 25 метров в секунду, прокатившийся по территории Беларуси и Брестской области в частности, привел к немалым последствиям. 197 населенных пунктов Брестской области были обесточены. Без электроснабжения оставались 82 молочно-товарные фермы. В устранении последствий стихии были задействованы 70 аварийных бригад, 216 человек. В Барановичском районе зафиксировано 3 случая падения деревьев на проезжую часть, по Брестской области всего 36. В результате падения деревьев на железнодорожные пути на 977 километре перегона Бронная гора – Косово задержка движения поезда региональных линий эконом-класса составила 1 час 7 минут. Это все, что мы хотели рассказать. Оставайтесь с нами и берегите себя.